дорогие друзья, с вами я, Семен. И да, дорогие друзья, сейчас вы сами узнаете, чего. Вот камера. Готовы? Раз, два, три. Это новые задания. У меня их сегодня 12 штук. Задание написал мне мой друг. Мне кажется, они будут очень жесткие. Ждали? Пожалуйста. Ну а мы погнали к первому заданию. Ой, страшно же, представьте, если честно, что будет в первом задании. Капец. Но я наполнился энергией. Ух, какой сегодня бодренький. Вадюш, иди сюда. Поздравь меня с новой частью. Поздравил, спасибо тебе большое. Пожалуй, я тебе ручку. Хорошенький, беги. Съесть кислую конфету. Это уже нехорошо, ребят, потому что мне кислое нельзя. Для здоровья у меня сразу начинается аллергия на кислое. Сапли жуй, кислючие козявки. Это так и есть, ребята, это такая какая-то конфета. Сегодня я сделаю на нее обзор. Мне кислое нельзя, может сегодня меня даже вытошнит. Вот он, сапли жуй. Как он все же мой браслет, мне кажется, офигенный. И если вы не против, то я буду его одевать в каждом ролике. Напишите в комментариях, одевать ли мне еще один браслет с моим логотипом Семенов в YouTube. Хватит меня понимать за детский контент. Все. Я не хочу снимать детский контент. Если я снимаю контент для вас. Нету детского контента YouTube. Не надо банить мои комментарии. Первая конфетка. Я буду ее пробовать. У меня сразу начинается аллергия на кислое. Да. Вот когда ты их уже, ну, начинаешь досасывать, они уже становятся сладкими. То есть, ну, не сладкими, а никакими. Они становятся белыми. Ну, как видите, конфетки офигенные, вот их дофига здесь, на особо, значит, питаться. Да мне кислое нельзя для здоровья. Так это жвачка, так это же не жвачка, или жвачка, все за фигня, я что-то не могу понять. Без глицина. И, короче, не понимаю, что такое. Мне все-таки кажется, это жвачка такая. Мне кажется, вещь офигенная, идеальная. Вот, ну, в принципе, как-то так, ну что... Кислая конфета. У меня есть тут одна такая кислая конфета. Они называются Хиллс. Для вас ее ем. Ой. Очень кислая. Я ее разгрызу. Это очень жестко. Раздавить банан лицом. Бананчик. Здравствуй, дружок. Банан. Он очень-очень холодный. Куда мне его деть? У меня теперь все лицо, ребят, липкое. Куда липкий пакет на мое лицо со сгущенкой? Куда липкий пакет? Фу, как это неприятно, жесть. Чертое задание накинуть на себя одеяло. Одеяльце, здорово. Я кажется... Прикольно. Пятое задание. Намазать клеем щеки. Так будет липко. Какой нафиг липкий пакет. Погнал, короче, за клеем. Прилаз. Мажу. Ой. Ай, как липнет. Ай. В шестом задании будет. Шестое задание. Погнал за спиннером.
Говоря, вот спиннер. Вот он, спиннер. У меня хорошо получается на вот этом пальце. Погнали. Блин, включить акуленок. Это будет жесткое задание. Туруруруру. Туруруру. Я малыш. Жесть, ребят! Капец! Все, короче, хватит. А? Блин. Восьмое задание. Выпить спрайт. Сейчас мой друг мне даст спрайт. Сейчас я... Он мне в стаканчик налил спрайт, потому что он там сейчас пьет, короче, его. Блин, ребят, я, знаете, я вас спрайт ненавижу. Раз, два, три. Газ, тут газов очень много, я не выпью это. Нет, спасибо, мне уже плохо. Ой. Ладно, ребята, жесть. Девятое задание, надеть липкую, липкий пакет. Пленку вот это. Липкую. Клеенку, ребята, липкую клеенку одеть. Посмотрите, одеть липкую клеенку. Сейчас я попрошу, чтобы мне друг дал эту клеенку. Я даже не знаю, как она и выглядит. Блин, капец, гляньте, как она вообще прилипает. Она, видите, тут вот эта вот штука, она, короче, липнет. Вот там этот весь, такие пакеты, они все очень липкие изнутри. Знаете, для мух такие ленточки, это типа того. Пока снять отсюда. Ай, ай, ай. Ребята, я здесь. Я в липком пакете. Ай, ай. Блин, ну помоги мне снять, я просто. Помоги снять. Блин. Ёлки-палки. Вот он почему-то, короче, боится. С вами по-взрослым, короче, стесняется. Но он мне сейчас еле-еле снял эту клеенку. Дашь мне, давай. Блин. Вот она, ребята, она очень липкая. Ай. Она очень липкая, клеенка. Ладно, я сделаю это задание, походим с вами к 10-му заданию. Упасть 5 раз. 5 раз мне упасть. Блин, завалился. Ай. Блин, попу сейчас я всю это отобью. Видите, тут ничего мягкого нету. Ай. Жесть. Жестко, ребят, жестко. Раздавить яблоко об голову. Ну, я об этом уже давно позаботился. Это реально жестко будет. Ребят, видите, яблоко специально мягкое, чтобы его было легко разбивать об голову. Раз, два, три. Ой. Я не могу его разбить об голову. Нафиг это яблоко. Я вас хочу немножечко... Обратно. Видите, 12 заданий. Вот давайте сейчас раз. Вот у вас 5 секунд, чтобы угадать, что это за задание. Ничего. Фух, друг меня облегчил. И так сегодня, блин. О, у меня тут сейчас спрайт есть. Допью его. Ну, уже немножко газы вышли, а так норм. Ладно, ребят. Все, на этом ноте мы с вами заканчиваем. Хотите еще одну часть? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Семён, вы лучшие. Всем удачи, всем пока. Также, если вы хотите, чтобы я показал моего друга, сейчас я с ним поговорю, сколько он за это хочет лайков. 30 лайков, и я показываю моего друга, который находится за этим кадром. 30 лайков. Ладно, ребят, вы лучшие, всем удачи, всем пока.